Сегодня у нас 7 апреля 2022 год. Это у нас ужин сейчас будет. Вот там даже слышно, что Инатимыч что-то делает. Вот книги лежат у него. Новый Завет лежит, третий том. Он им занимается сейчас. Вот его рабочее место. Такая картина. Слово Божие живо и действенно в наше время. Это иконы. Это вот голубятня домашняя, но в то же время и для кошек тут у нас место. Это вот книги Игнатия Тихоновича «Открытым оком». Вот они. Жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. То есть все внутри тебя, как Господь сказал, Царствие Божие внутри вас есть. Такие папки тут различные. Вот тоже я книгу сейчас начитываю одну. «Беседы о братстве» Николай Неплюев. Отчет блюстителя жизни трудового братства. Тут. Так вот, полки наши разные. А еще наружное наблюдение не показал, как она выглядит. Вот это ворота у нас основные, большая картинка. Ну, остальные там храм, наш вход, лестница, улицы. Вот. Идет видеозапись для интернета. И не повредите кошку, закрывайте двери очень осторожно. Тут тоже много книг различных. Вот очередной раз Иннокентич трет морковку. Что? Сегодня у нас 7 апреля. Благовещение Преснодевы Марии. Ангел явился ей и сказал, кем она будет, кто родится от нее. Спаситель миру. 7-го. И ровно через это зачатие и от Духа Святого. А теперь через 9 месяцев, 7 января, уже будет Рождество Христа. А за 7, на полгода раньше, 7 июля, Иоанн Креститель родился. Вот Иван Купала обливают когда. Ну, сегодня просят показать, чем мы ужинаем в такой день. Ну, вот я морковку показываю, как труд неправильно ее. Смотри как. Вот я вот так вот строю ее, вот. А потом вот так вот наискосок. Ну, посмотри, с какой скоростью это идет. Сюда раз, маленько почистил. И одновременно так, теперь сюда. Вот только я сейчас вам морковку показывал. И смотрите, какая она есть. Там отвертка уже, ну, не такая острая. Ну. И что у нас еще на столе есть? А что у нас на столе есть? Вот сейчас это оставить мне. Я показать хочу, как ее вычищаю. Это могу оставить даже на завтра. Значит, как чистить? Вот у нас два термоса. Заваренная корень солодки. Корень солодки. Это очень полезный. Вот он, корень солодки. У нас мы много даем людям. Хотели послать с Амири в Азербайджан, ничего не получилось, не принимают. Вот она, мелко ее разломаешь, а потом эти кусочки, когда распарятся, в следующий раз разодрать, раз за 4 можно заправлять. Что у нас? Морковь. Морковь, ну, в деревне же, Потеряевка-то. Тут это, правда, это Лена привезла. Вот что у нас есть. Свой лук. Вот он лежит, лук. Вот почистили. Свой чеснок. Вот он. Лук и чеснок. Свой. Морковка ни копейки. Лук и чеснок. Яблоко. Это уж какое-то досталось такое. Вот яблоки свои. Потеряевские. Вот можно даже показать, какой величины. О, смотри сколько. Так уже какая банка подряд берем. Вторая. Дальше. Своя тыква. Тыква пропаренная, вот она как, вытащили. Так, что такое? Сегодня рыбу разрешается. И вот Михайлюк уезжал, а Марина с Максимом, ей дали это Потеряевские
А она побоялась, что дорога перепортится, и она отдала, где была, тут у Игоря Владимировича Добунова. И вот он их прожаривает, я не знаю, как он, заворачивает во что-то. В духовке он запек. В духовке, да. Ну там, а тут еще рыба, это котлеты, Татьяна Кузьминична тут, наша сестра, и гречка. Вот она, видно, гречка, и это котлеты. Нет, это не котлеты. Нет, а что это такое? Это рыба, рыба просто. Одну рыба, рыба. Но она ее обволокла. Да. Молочного-то нету, мясного нету. А вот это есть. А это Володя пошел, купил эту... Селедку. Селедку. Вот она, селедка какая. Очень хорошая, вкусная. Ну вот, это на сегодня на рыбу. Так мало того рыбы, это не все еще. У нас рыба еще вот какая есть. Показать. Это гальян. Сколько лет назад? Уже года три, наверное. Вот смотри. Да больше уже. Каждый гальян это 5 грамм. Вешал я его. Но от него он такой вот... Особенно любят его эти кошки. Маленько вот так вот дашь. Вон она сзади. Вон она какая. Она. А где черная? Она там, внутри. Ну-ка, давай сюда. Чернушка, Чернушка, заходи. Не пускай эту. Черная, черная. Чернушка. Скорее иди, иди, иди. Ну-ка иди, еще я дам тебе... Чернушка, черная, черная. Черная. Иди, его она видит. Черная, подходи. Чернушка, скорее. Нет, она не смотрит даже. А? Она на улицу смотрится, она даже не смотрит сюда. Ну давай. На. Кота смотри, бросит. Как она берет. Вот я ей положил. Держи. Это у нас рыба в 3 сортов. Сегодня рыба разрешается, а потом только, наверное, воскресенье. Кошкам тоже перепало. Вот я показываю, что у нас сегодня на ужин может быть. Вот это вот Надежда Васильевна мне лекарства готовит. Что тут здесь, говоришь, курага? Ну там и курага, и что-то еще. Видимо, от грецкого ореха и мед. Угу. Вот тоже ложечку возьму. Что у нас тут еще есть, не показали? Хлеб, хлеб. Хлеб, хлеб. Вот он хлеб. Вот он дядя Вова стоит. Вчера принес какой. Смотри какой. Ну, 20 сантиметров. Это настоящая булка. А муку, муку тут... Меценат столетия буквально помогает детскому лагерю. А теперь приезжают гости и на гостей муку дают. Видите, как вот Господь делает так. А тут еще пироги. Это кто, Надежда Васильевна? Да. Вот они, с чем они? Ну, я думаю, с яблоками. С яблоками. А тут... это с рисом. А это с рыбой, наверное. С рыбой, с рисом. Вот суп. Что тут суп? Ну, это рис и картошка. Я сразу хочу показать, как чистить эту... терку вот, но на ложкой я оттуда с обратной стороны ее проскребаю. Ну а тут тут еще вот смотри, она какая, как легко делается. Теперь это с солодкой корень вот сбросил, теперь щеткой. Каждое утро это у нас. Ну, сегодня мы на ужин даже взяли показать, как. Вот сколько ее здесь. Большая морковка. Очень вкусная, сладкая. Вот протер, теперь снова. Оп, не этот. Кружка. Тут яблочный сок у меня. Это сестра у нас одна просит показать, как мы ужинаем сегодняшний. Вот видишь, что еще остается. Вроде бы все я убираю, а она еще где-то там вылазит. Еще плесну. Опа, опять не то. Вот люди в городе идут, там мясное, стоят в очереди. Так, без намордника не дадут. А тут все свое. Вот оно положил. Что у нас еще есть? Банка с черноплодкой. Своя черноплодка растет. Как-то приезжали по полному ведру. А ведро 13 литров давал. Сколько набрали ее? Как хорошо жить в деревне-то. А это вот на сахаре. И говорят, это немцы напечатали такое, что черноплодка с корнем солодки это вообще самое лучшее против этих разных нехороших там вирусов или чего-то. Так Господь вот нам это дает. Что у нас еще не показали-то? До этого довольно. Да, слава Богу. И сорта рыбы. Да, пятая неделя поста идет. Дальше это будет в субботу на последней, на предпоследней неделе, на 6-й неделе.
икру только можно есть, а уже в воскресенье вербное разрешается рыба. Вот два раза рыба. А на Благовещение, если она не на последней неделе. Если Благовещение на последнюю неделю, до четверга разрешается, кажется, растительное только масло, что ли. А если после четверга, вообще не влияет на питание. А вот у нас на столе стоят три ведра с водой. Мы еще ведра-то напокупали. Пешком берем. Крана у нас нету. Вот три ведра место занимают. Обойдемся. Тут плитка. Все варится. А если печка рядом, там все заряжаемое. Вот показать надо, что. Мы довольны. Сухари Бога висят. Благодарим. Живем от два брата. А когда у нас хлеба нет, у нас много сухарей. Вон, посмотри вверху, сколько висит. Да, я показал. Да. Угу. Сухари. Так, что я не забыл тут показать. Все. Кто смотрит, милости просим. Если бы были здесь, мы бы пригласили, угостили. Ангела так. За трапезой. Да. Садимся. Не видим, да предстоят. Во славу Божию. Вот славу. Я первым делом этот лекарство. У нас святая вода, освященная вода. Вот так вот. Это утром пьем. Отдельно у нас это... Просфоры. Просфоры надробленные. Вот. Каждый день. Поэтому мы не болеем. Господь нас милует. Это все обеззараживает. Как говорят, энергетика. Ну ладно. Садись, брат. Угу. Закусим. Ну, слава Богу за все. Аллилуйя.